Привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем прохождение Condemned Criminal Origins. Мы направились в школу, в которой, по идее, должен обитаться следующий наш маньяк. И туда, соответственно, направился матчмейкер. Ну и мы за ним. И откуда тут этот взялся хрен старый опять? Ван Хорн. Этот парень явно что-то скрывает. Но нам пока не до него. Мы пробрались в начальную школу. Со школы, насколько я вижу, все довольно-таки плохо. Какая-то она вся раздолбанная. Давайте возьмем... Нет, не палку с гвоздями, а... Блин. Ну ладно, давайте с палкой. Не хочется вам брать трубу. И давайте исследовать, что у нас здесь есть. У нас какая-то комнатушка заброшена. Тихо. Ты, мать твою, кто такой был? В окошко сиганул, как кенгуру какой-то. Да. Так, это... Я не понял, тут генератор у них шалит, что ли? Сначала лампочка сильно сгорелась, потом лопнула. Это бывает от переизбытка энергии. Так, крыса. Ты что, дохлая, что ли, крыса? Нет, просто жуткая крыса. Палила и убежала. Труба. Одно из самых любимых моих оружий здесь. Оно, конечно, очень слабое, но, по крайней мере, очень быстрое. По полчаса не поднимает руку для блокирования. Засунем очередную птицу в карман. Я думаю, у нашего агента уже полный... рюкзачок дохлых ворон. Хоть бы как объяснили, зачем я их собираю и как они вообще попадают в закрытые помещения. Ну да ладно, раз ему надо, будем брать. Так, там да пошел ты, не пойду я туда. Тут нам нужно кувалду. Пожалуйста, будь открыта вот эта дверь. Это оттуда звуки такие? Нет, я лучше туда пойду. Мне не надо. Нет, нет, нет. Блин. Так, эта дверь, я чувствую, закрыта. Вот же. Твою мать, а. Так, и там я вижу кровоподтеки. Это плохо. А, ну это эти ползучие твари. Я думаю, просто у них модельку сменили, а стиль поведения и анимация точно такая же. Бля. Как тут все плохо. Кого-то харчили. Давайте возьмем резчик для бумаги. Будем резать. Но не бумагу. Возьмем пластинку. Я, правда, не понимаю, как это оправдано вообще. Сюжетно, то, что я собираю все это говно. Все эти... коллекционируемые вещи. Так, мы попадаем на какой-то склад. Что за звуки там? А, ну я понял. Да, тут мы, видимо, где-то должны были топор найти. Или кувалда. Вот же кувалда. Чё я, блин, не вижу-то. Так, ну судя по тому, что она куда-то сюда уползла, эта скотина, она сейчас может прибежать либо оттуда, либо оттуда. Опа. А как так получилось? Я же тут только что проходил, этого не было. Блин, это все странно.
Ага. Понятно с тобой все. Так, поднимаемся на второй. Ну, если тут эти твари будут ползать, то это еще ладно. Они хоть, конечно, и страшные, и выпрыгивают постоянно неожиданно, но с ними очень легко бороться. Вон она опять уползла. Ну и хрен с тобой, как говорится, ползай пока ползай. Гнутый пруд. Давайте гнутый пруд возьмем, у него урон просто дикий. Это что такое? Ты кто такой? Пошел вон, не мешай. Так, прикроем. Прикроем дверку. Это что за ряха там такая была? Так. Но нам придется идти туда. Иного выхода я не вижу. Там у нас спиртовая горелка, насколько я вижу. Что они здесь? Мясо жарили, что ли? Барбекю делали в школе из учителей. Так, вон там дверь открыта. Я так понимаю, придется идти туда. Скотина быстрый какой, а? Так, двоих убил, один убежал. Отлично. Хорошо. Это что за тупик? Непонятно, какой-то нефункциональный. Тихо. Тихо, аккуратно пробираемся дальше. Так, прикроем дверь, чтобы избежать неожиданностей с тыла. Привет. Давайте не будем палиться. Нехрен тут рисовать. Так, и все, что ли, я не пойму. Тупик. Ружо. С двумя патронами. Пожалуй, я лучше с прутом останусь. Так, подождите. А что ты не достаешь-то сканер свой? Вот так вот. Тряпочку отсканируем. Твою мать. Короче говоря, это не тряпочка никакая. Это часть лица. А если быть точнее, то это губы. Отлично. Что ж ты, Томас, их все в рюкзак-то не положишь? Ты же любишь всякое говно собирать. Блин, я уже стульев боюсь. Так, а я этого не видел, когда заходил сюда. Вот так вот. Минус за невнимательность. Уа! Ой!
Скотина, вставай, вставай быстрей. Ух ты, блин, а? На, тварь. Напугал. Фу. Так, идем дальше. Мы шваркнулись опять на первый этаж. Ой, пересядем поудобнее. И будем смотреть, что же у нас тут есть. Аптечки. Сохранение контрольной точки, чему я несказанно рад. Ну, давайте подлечимся, раздают. И так, это там у нас, насколько я вижу, ничего хорошего. Не вставай. Он не сможет откуда-нибудь прибежать. Это, по-моему, тот здоровый повар все бегал. Я надеюсь, этот повар не есть наш маньяк. Хотя, в принципе, какая разница. Все огребут. Рано или поздно. О, блядь, ты откуда взялся? Сука. Сука. Скотина. Я как Чак Норрис. У меня нога из подбородка вылетает. Так. Блин, заколебали уже эти быстрые твари. Ага. У него пистолет? Или что? Ты что-то как-то странно себя ведешь, братья. Давай-ка я тебя так шарахну и пока пролезу. Давай, пока ты не встал. Хорошо. Часть проблем решена. Ну что, у тебя пистолет был? Да, у тебя был пистолет с 9 патронами. Это прекрасно. Пистолет нам пригодится. Против той мрази. А вот, кстати, он. Блять, жуткий какой. Хороший, плохой. Главное... Ой, блин. Главное, у кого есть ружье. Как говорил небезызвестный Брюс Кэмпбелл в армии тьмы. Да скотина, ну шо ж ты не сдох-то, а? Да что вообще такое? Да блин, надо было с каким-то нормальным оружием. Так, надо тикать. Фу, блин, это было очень криво. Не просто криво, это было убого совершенно. Но в итоге я получил автомат. Если быть точнее, пистолет-пулемет. Давайте сбегаем назад, чуть-чуть подлечимся. Ага, как же. Подлечишься тут. Так, ну 12 патронов, это, по-моему, вполне неплохо. Единственное, что... Со здоровьем у меня, конечно, большие проблемы. Так, и что, куда это я попал? О, отлично. Это хорошо. Надо, блин, экономить пули. Как-то я бездумно расстрелял в того всю обойму. Он даже в итоге жив оказался. Так, схватить рабочий стол. Нет, спасибо. Так, ну что, идти наверх? Или туда? Или сюда? Куда идти-то? А здесь еще аптечки, а я, блин, назад бегал. Ну да ладно.
Давайте сходим сначала сюда, наверх успеем. Тут у нас тупик. Да и тут у нас, судя по всему, тоже тупик. А, нет. Ух ты, какое у нас тут открытое помещение. Не люблю большие открытые помещения, но выхода у нас нет. Придется идти туда. Хорошо. Так, это что, какой-то актовый зал, что ли, я не пойму. Или спортзал. Скорее спортзал, потому что он счетчик очков. Ну раз такая большая, такое большое открытое пространство, то, видимо. Твари, блядь, с ума сойти можно. Я что-то такое предчувствовал. Так, мне нужен топор, чтобы туда попасть. Будем искать. Там вон тень. Крысы, блядь. Ненавижу крыс. Так, это что у нас? Раздевалка какая-то? Или кухня? Так, там уполз один еще говнюк. Это я видел. Это кухня. Так, гад ползучий. Иди сюда. Блин. Не, пошли нахер, а. Какого хрена? Ты что, блин, издеваешься надо мной, что ли? Я не пойму. Тебя кто-то на крюк насадил, что ли? Тихо, тихо, тихо! Ой, хорошо. Клево получилось. Вот, теперь у меня проблемы. Бежим. Так, ты чё такой отожранный, да? Блять, какой жуткий тип. Спокойно, братюнь. Тварь, блять. Да, пор называется. Ну, он был не такой сложный. Буду честен с вами. Неповоротливый какой-то. Так, и что мне это дало? А, вот топор. Мне же топор надо было найти. Тесак мясника. Мне не нужен тесак мясника, мне нужен топор. Почему ты не берешь его? А, требуется тесак мясника, понял. Я не до конца прочитал. Так, ну где твой тесак, мясник? А, вот ты.